Государственная Дума завершает как формирование такого блока законодательства уголовно-правового и административно-правового, который в интернете часто именуют политическим блоком, то есть статьи, которые предусматривают ответственность за некие политические деяния. И сегодня Дума принимает в третьем чтении дополнение к статье 20 со значком 1 «Мелкие хулиганства», дополняя ее, это хулиганство, это состав еще тремя частями. Фракция КПРФ не поддерживает этот законопроект ни в одном из чтений. И это связано прежде всего с тем, что в этих частях, в этом законе предусматривается административная ответственность за распространение в интернете информации о деятельности исполнительных органов власти в неприличной форме. То есть это критика исполнительной власти с использованием неприличных слов, если говорить очень коротко. Там есть и другие вещи в этом законе, которые мы могли бы поддержать, но вот в части запрета по существу в неприличной форме критиковать, с использованием неприличных слов критиковать власть, мы совершенно не можем поддержать. Но известно, что наша ненормативная лексика, она делится на нецензурные выражения и неприличные слова. Неприличные слова – это чаще всего жаргон, а еще чаще это всякого рода вульгарные выражения. И вот в этом смысле термин этот неприличный, в неприличной форме, даже в законе написано, там не написано неприличная фраза, а написано в неприличной форме, в этом смысле закон обладает вот такой невероятной неопределенностью, потому что в неприличной форме, вообще-то с учетом условий времени и места, можно сказать и приличные слова. Мы, повторяю, считаем, что это ограничивает критику, прежде всего, исполнительных органов власти, низовых органов власти, критика простым человеком, который, да, иногда в своих письмах, в интернете, в своих, так сказать, публикациях использует какие-то жаргонные слова, какие-то слова, которые не отнесены к категории нормативных в нашем лексиконе. Должен отметить, что мы не против того, чтобы эти слова не употреблялись. Да, эти слова, конечно, не следует употреблять, но, с другой стороны, есть и другие формы ответственности, скажем, моральная ответственность или ответственность гражданско-правовая. Наверное, можно было бы использовать и эти формы ответственности. Вот я вспоминаю, как один эксперт, специалист в этой сфере, неприличным словом назвал слово «пузо». Ну вот мы, если гражданин включит свою публикацию в интернете это слово, то это будет беда, его накажут. Причем накажут весьма строго, и в этом смысле есть вторая причина не поддерживать этот законопроект. Это слишком крутые санкции. А санкции нынче здесь такие. Когда по первому разу это происходит, то штраф до 100 тысяч рублей. Обращаю внимание на то, что в части первой мелкого хулиганства, вот этого же состава, этой же статьи, штраф всего-навсего до 1000. Это где употребляются нецензурные слова, а вот где слова просто неприличные, вот там до 100 тысяч. Если это совершается повторно, то до 200 тысяч и уже административный арест на срок до 15 суток. А если совершается свыше 3 раз, то там уже 300 тысяч и также административный арест на тот же срок. То есть такие крутые санкции мы никак не можем поддержать, поэтому и не голосуем за этот законопроект. Ну и третья причина, почему его нельзя поддерживать, потому что почему-то вдруг законодатель в лице «Единой России» решил включить сюда, еще подключить прокуратуру. Органы, которые возбуждают эти административные дела, должны сообщать об этом в прокуратуру, с тем, чтобы ее тоже завязать, видимо, каким-то образом вот на таком административном производстве, судопроизводстве. Предполагается, что будет рассмотрено несколько законопроектов, внесенных фракцией КПРФ. Эти законопроекты касаются увеличения прожиточного минимума, увеличения минимальной заработной платы,
Эти законопроекты касаются трудоустройства лиц, закончившие средние профессиональные учебные заведения, но, однако, Юрий Петрович абсолютно верно сказал, самым главным вопросом сегодня будет 4 первых вопроса, по которым фракция консолидированно голосует против. Это, на наш взгляд, абсолютное давление и противоречие Конституции Российской Федерации на свободу распространения информации, на достоверную информацию в том числе. Я напомню, что сегодня будет рассматриваться два таких варианта, внесенные двумя известными охранителями нашего закона, госпожой Боковой и Клишесом, присоединившимися к ним лицам. В первом случае речь идет о распространении недостоверной информации под видом достоверной, которая приводит или может привести к массовым беспорядкам, каким-то нарушением в части функционирования транспортной и социальной инфраструктуры и все, что с этим связано. Опять же, очень размытая формулировка, которая позволяет сегодня многие вещи или многие факты подвести именно под нее. Вводится, плюс к тому, что, опять же, говорю, формулировка не совсем понятная, вводятся очень жесткие механизмы ограничения этой информации, которые позволяют Роскомнадзору фактически мгновенно блокировать распространение этой самой информации, которая будет признана неизвестно кем, во-первых, недостоверной, во-вторых, угрожающей. Ну и третье, это вводится ответственность административная, тоже весьма крутая, со штрафами в сотни тысяч рублей. И, естественно, мы прекрасно понимаем, что выполнить весь этот набор мероприятий для того, чтобы первое выявить, второе проверить на достоверность, третье оценить возможность наступления неблагоприятных последствий, четвертое послать соответствующее извещение источнику распространения информации, пятое обратиться в Роскомнадзор, шестое принять меры к блокировке этого самого ресурса, то она будет применяться исключительно избирательно. В противном случае на уровне Генеральной прокуратуры либо Роскомнадзора придется создавать некий аналог Министерства правды, специальный отдел, который будет в круглосуточном режиме отслеживать, не появилась ли где-то, во-первых, недостоверная информация под видом достоверной и угрожающая, второе, не появилось ли где-то оскорбление, о чем говорил только что Юрий Петрович, выраженное в неприличной форме, причем я вам даже зачитаю, в какой формулировке к третьему чтению в ППХ вносится данный законопроект. Итак, речь идет... Даже статья очень хитро называется «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети интернет-информации, я читаю дословно, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, запятая, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам». Она даже, скажем так, чисто лингвистически не стыкуется, ни падежи, ни числа, ни рода, но надо срочно внести и... Вперед законов, которые предлагаются нами, которые связаны непосредственно с улучшением состояния, благосостояния наших граждан, с увеличением минимальной заработной платы, с увеличением прожиточного минимума. Но нет, сегодня самым важным Государственной Думой, по мнению ее руководства, является как раз введение вот этих вот абсолютно ненужных ограничительных мер. Фактически введение цензуры. Очередной этап, очередные репрессии, что никак не может отразиться, безусловно, ни на свободе слова, нормальным образом, не, естественно, на возможности распространять соответствующую информацию. Понятно, что все связано с тем, что на сегодня влияние телевидения на умы граждан снижается, то, что было палочкой-выручалочкой нашей власти в течение многих лет, и то, что интернет и другие средства массовой информации, погруженные в интернет, приобретают все большее влияние на граждан, это тоже находит отражение, и эти законопроекты, на наш взгляд, это фактически попытка заблокировать распространение этой информации. Ну а случаи, реальные случаи, когда, скажем так, распространение информации недостоверной под видом достоверной нанесло какой-то ущерб, сегодня этих случаев приведено, даже в пояснительной записке не было. Более того, вспомнив последние случаи, например, массового отравления детей в городе Москва, я напомню, в конце прошлого года, в декабре прошлого года, несколько сот детей попали в больницы, многие в тяжелом состоянии из-за того, что были фактически отравлены или заболели дизентерией вследствие некачественного обеспечения их соответствующим питанием в детских дошкольных учреждениях. Однако этот факт долгое время, в течение 2 месяцев, замалчивался. И только после того, как родители, используя в том числе сеть интернет, используя альтернативные источники, смогли донести правду, смогли донести результаты анализов до общества, только после этого официальные лица вынуждены были давать комментарии. Поэтому эти законопроекты, кроме того, что, безусловно, они будут применяться избирательно к определенным лицам или к определенным организациям, возможно, и политическим для ограничения их влияния и возможности распространять информацию, безусловно, будут дополнительной дубинкой для того, чтобы влиять на неугодное мнение, для того, чтобы ограничивать распространение, в том числе и социально значимой информации, которая вот государством по ряду причин
считается неправильной, недостоверной, ну и самое главное, ненужной. Потому что, повторяю, механизм досудебный, внесудебный механизм, позволяющий блокировать и первый вариант в случае недостоверности информации, якобы недостоверности в том числе, и второй вариант в случае оскорбления, выраженное в неприличной форме, совершенно непонятно, что это такое, позволяет фактически мгновенно отключать крупные ресурсы, я так понимаю, что иногда и социальные сети, потому что любой комментарий, содержащий эту информацию и вовремя не удаленный, будет служить основанием для отключения всей социальной сети. Ну и вкупе с тем, что предлагается на одном из следующих заседаний о введении вот этих ограничений уже на наш российский интернет и введение возможности для Роскомнадзора вообще отключать этот трафик, даже не прибегая не то что к решению судебному, но даже не обращаясь к провайдерам. То есть через свои собственные механизмы, это опять же говорит о дополнительных ограничениях до распространения информации для граждан Российской Федерации.